Более 20 тысяч сертификатов дополнительного образования выдали в Югре. Первые итоги внедрения системы софинансирования этого вида услуг обсудили сегодня на заседании проектного комитета. Его провел первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. Сертификаты уже получили родители 17 муниципальных образований. До конца года эту работу проведут во всех городах и районах округа. Важно понимать, что на начальном этапе нам нужно держать руку на пульсе, постоянно получать обратную связь от родителей, чтобы понимать, насколько успешно они смогли реализовать сертификат, а также перечень, насколько перечень образовательных организаций удовлетворяет спрос маленьких югорчан.